Браузер Brave подал официальную жалобу против Google за нарушение статьи 5.1 BE Общего регламента защиты персональных данных, в которой изложен принцип ограничения цели. Согласно официальному заявлению, доктор Джонни Райан, директор по политическим и отраслевым отношениям компании Brave, подал жалобу в ведущий регулятор Google по ВВП в Европе, Ирландскую комиссию по защите данных. Также Джонни Райан добавил, что наличие персональных данных не означает, что Google может использовать данные пользователей во всем своем бизнесе для любых целей. Скорее, он должен искать правовую основу для каждой конкретной цели и быть прозрачным в отношении них. Но новое свидетельство Brave показывает, что Google повторно использует наши личные данные между своими предприятиями и продуктами, что приводит в замешательство способы нарушения принципа ограничения цели. Внутренние данные Google доступны для всех. Это нарушает общий регламент защиты персональных данных. Следите за новостями мира блокчейна вместе с нами.